Привет, друзья! Я Ваня, и сегодня я буду рисовать простым карандашом. Самым обычным простым карандашом. Карандаш у меня 2B. Я буду рисовать маленькую девочку. Я знаю, многие девочки рисуют такое. И я хочу повторить за вами. Я же люблю повторять за всеми. И вообще мне это все нравится. Рисуем девочку. Карандашом рисуем сначала ей голову, нижний подбородок и нижнюю часть головы. Вот так рисуем. И можно обвести, чтобы было видно лучше. Я, наверное, буду обводить, потому что плохо видно будет на камере, что происходит. Такая девочка у меня получается. Глазки ей нарисуем. Глазки круглые, печальные или веселые, решайте сами, как вы хотите. Я сделаю такие няшные глазки с большими-большими кругами. Тоже это очень легко нарисовать. Нарисую улыбочку. Носик рисовать, наверное, не буду. Сделаю бровки. Привет всем, кто приходит в прямом эфире в Инстаграм. Я делаю теперь. А после этого добавляю на Ютуб. Пишите, что вы хотели бы, чтобы я нарисовал. Может быть, мне захочется тоже, и я захочу и нарисую, а может быть и нет. Так что сегодня у меня есть время, и я хочу побольше порисовать. Глазки закрашу. Оу, как здорово! Все хорошо видно. Теперь рисуем причесочку. Причесочку тоже сама придумай. Если ты уже думаешь рисовать, то нарисуй свою причесочку, как бы ты хотела, чтобы у девочки какая причесочка была, да? Нарисуй вот такой вот. У меня такая она. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Такие волоски, да? После этого у меня два волосика вот так идут. Два таких локона. Слева и справа идут. Вот так они идут. Сюда и сюда. Их тоже очень легко нарисовать. Да-да-да, привет всем. Что у нас еще получается? Нужно нарисовать голову. Давай голову так и нарисуем. Раз и сюда. Рисую ее круглую, такую же примерно, как и низ головы. Примерно одинаковую. Вот так вот круглую рисуем. Вот так ее получается. Такая голова. Очень мило. Нарисуем ушки. Ушки небольшие, чтобы не были как у обезьянки, да? Небольшие красивые ушки. Нарисовали. Что еще у девочки обычно есть? Обычно у нее есть косы, и я их тоже сейчас нарисую. Давай нарисуем косы. Я хочу сделать еще немножечко украшений, таких волосики показать. Вот так я рисую простым карандашом. Сегодня рисуем простым карандашом. Ну и всеми остальными красками и все остальное я буду рисовать чуть позже. Так что не уходите. Сегодня почаще буду рисовать. Кто кого рисуем? Рисуем просто девочку. Просто милашку. Нарисуем два бантика. Здесь бантик и здесь бантик. Бантики рисуются очень просто. Я думаю, каждая девочка с утра до вечера рисует по 1000 бантиков. И уж меня лучше, лучше меня уж точно. Ну я рисую два таких кругленьких бантика. Еще бантик здесь. Нужно примерно одинаково рисовать бантики. Нельзя нарисовать один квадратный, другой круглый, я так думаю, да? А теперь здесь причесочку. Тоже реши, какая у тебя причесочка у твоей девочки будет. У меня она будет хвостики. Я хочу хвостики. Именно хвостики мне нравятся. Вот такие хвостики. Они примерно похожие. Не в точности совсем-совсем, но все-таки похожи. Я два раза обвожу, хотя можно и один раз обводить. Сегодня рисунок просто простым карандашом. Потренируешься, и у тебя что-то обязательно получится. Я так думаю, что это несложный рисунок. Я выбрал такой мотивчик. Девочка, просто веселая. Она просто улыбается. И можно нарисовать штришки и все, что ты хочешь. Нарисовал, я думаю, носик здесь тоже маленький. Мы нарисуем. Отлично. Что рисуем еще? Рисуем дальше ее тело. Рисуем девочки так, как ты хочешь. У меня тело будет... у нее будет платьице. Платьице очень маленькое. Девочка сама очень маленькая. Вот такое платьице. Ремешок. Милашка-милашка. Маленькая-маленькая. Голова у нее большая, а тело совсем маленькое. И платьице. А платьице в разные стороны. И вот так рисуем. Раз, два. Раз, два. А здесь рисуем еще. Раз, два, три, четыре. И здесь заводим, заводим, заводим. И получается настоящая платьица. Очень тоже несложно нарисовать. Теперь ручки. Ручки давай спрячем, потому что многие девочки, мальчики трудно рисуют ручки. Им трудно сдаются. Давай нарисуем одну ручку сюда, вот так вот. Раз, два. Сюда. А вторую, например, она вверх ее подняла. Да, не будем прятать. Вверх подняла, вверх ее. Вот так вот. Само запястье я рисую очень просто. Я рисую пальчик и лодочку.
пальчик и лодочку. И получается очень легко повторить, ты не напортачишь, точно у тебя получится. И небольшие украшения, да? Небольшие украшения и, конечно же, ножки. Ножки очень-очень маленькие ножки, вот так, раз-раз-раз, туфельки такие, может быть, у нее, или ботиночки. Я думаю, туфельки, конечно же, такие красивые туфельки. И вот у нас девочка готова. Она такая коротышка получилась. Я хотел такую. А, можно ее развить дальше, если ты хочешь, то нарисовать побольше волосиков, как они идут вот так. Я думаю, многим это нравится рисовать. Мне тоже это завлекает. Вот так повторять и повторять и повторять. Вот так, вот так, вот так. Везде, где ты хочешь, ты нарисуешь побольше волос. А здесь можно еще какие-то выточку нарисовать. Ну, я думаю, что сегодня закончено. У меня получилась девочка-обезьяна. Длинные ручки и короткие ножки. Надо было побольше нарисовать. Но я сейчас переделывать не буду. А делаю немножко тени и ставлю на паузу. Все, что я сегодня буду делать в прямом эфире, появится сегодня же на YouTube. Так что приходи тоже на YouTube-канал, если тебе это нравится. И, конечно же, смотри за сторис. Что-то обязательно новенькое появляться будет. Карандаши классные. Можно рисовать простым карандашом. Очень интересные рисунки. Сейчас ставлю на паузу и возвращаюсь скоро.